Всем доброе утро. По адресу amur13.ru организован сбор волонтерской помощи пострадавшим от наводнения в Амурском крае и Хабаровской области. Помимо денежной помощи, пишут добровольцы, необходимы тепловые пушки, памперсы для взрослых, памперсы для детей, коляски для инвалидов, одежда теплая для всех, новая, бытовая химия, все средства личной гигиены, свечи и спички, портфели и школьные принадлежности, трусы, носки новые, домашняя обувь, тапочки, обувь вся новая, детское питание. В сети появился новый проект, называется «Новости от классиков». На сайте litnews.litres.ru можно прочитать скандальные новости. Дворник приезжий оказался док-хантером. Бизнесмен в бегах зарабатывал на трупах и другие похожие. На самом деле, то, что кажется желтой прессой, это авторский современный пересказ классической литературы в стилистике новостей. «Новости от классиков» — это конкурс, и его участникам предложили описать перипетии великих русских книжек в духе информагентства. Тексты будут оценивать Олег Табаков, Дмитрий Быков, Иван Ургант и Валерия Гай-Германика. Победителям обещают призы. Кстати, к каждой новости прикручен текст оригинала, так что образовательный аспект проекта налицо. Школьница из Флориды смогла отстоять свое право носить красные волосы в школу. 16-летнюю девушку отстранили от занятий из-за цвета волос. Несколько дней она просидела дома, создала страничку в Фейсбуке в свою поддержку, собрала 1000 лайков. В результате директор все же отменила решение. Это была интернет-пробежка. Хороших вам новостей и увидимся.